Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Голум. Настоятельно всем, ребята, рекомендую подписаться на канал, не забыть поставить колокольчик. В принципе, про лайк тоже, ребята, не забывайте. И приятного вам просмотра. Все полезные ссылки будут в описании под видео. Погнали! Вот, пытался отлынивать от работы. И с краном кто-то баловался, Снара сейчас этим занимается. Вскроем его. Нет, нет, это не мы, посмотрите на нас, мы умираем с голоду. В озера его, посмотрим, как ему после этого понравится сбегать. Озера? Да, наши огненные озера. Кучка рабов вчера не вернулась. Мне нужны все их жетоны к моменту сигнала. Пожалуйста, не надо, не надо в озера, не надо огня. Смотри, какие у него глазища. Так, ну чё, ну погнали. Да, хотел серию завершать, потому что у меня записи уже долго идут, но, блин, прогресс-то будет потерян. А, так, жетон один есть. Так, нам надо дальше. Видео телеги, который уходит отсюда каждый день, доверху заполненное мертвыми телами. Здесь жарко, нам сказали не бежать. Ну ладно, пойдем вот так вот. Я не думаю, что тут что-то долго должно быть. А, я не заметил по поводу жетонов. Куда мне? А мне вот на ту сторону бы, по идее, бы попасть, как бы. Ага. Так, скарабкались. Но мне надо на ту сторону, я понял. Так, нормально, перелезли. И вот сюда. Это последний, да? Еще один жетон надо найти. Может, да, а может еще нет. Там? Смегл хочет спать. Пройдем немножко дальше, мой хороший, немножечко. Так, идем. А мы хотя здесь мимо проходили, можно было бы и по пути взять. А видите, приходится туда и обратно. Смегол, помни, ты обещал. Помни. Наконец-то вставай и пей, тебя едва не сожгло. Я не знаю, он выглядит как облезлая ящерица. А я видел, что он лазит как ящерица. И маленький как ребенок, он ни за что не доберется до моста. Слушай, орки хотят, чтобы ты умер. Чтобы мы все умерли. А, положи этому конец. А, больше никакой жары, никакого пепла. Что скажешь? Мой король, нам пора. Что ты скажешь? Никакой жары и никакого пепла. А он туда не заберется, это безумие. Уруки, мой король, ждать больше нельзя.
Ты помнишь про красные камни, да? Это все, что тебе нужно сделать, залезть к тому скрипучему мосту. Мой король, оборись или продолжай жрать грязь, выбор за тобой, а мы пойдем. Скрипучий мост. А просто послушай, просто лезь наверх, наверх, там высоко, как только сможешь. Там есть кладовая, в которой много бочонков, на одном из них черная метка. Наверх, к скрипучему мосту. Он весь кожей до кости, у него ничего не выйдет. Выйдет, ты справишься, ты сделаешь, ты знаешь. Возьми камень просто и помести его в бочонок и беги. Вставай, давай покажем чертям, кто я. Возьми камень. Иди же, Квайт будет ждать тебя на другой стороне моста. Как только ты подожжешь свой бочонок, он подожжет свой. Квайт, кто это? Иди, на это нет времени. Короче, надо идти как можно быстрее. Потому что надо. Реально, ребята, надо. Lord won't be happy. No. Так, и чё? А, можно же вот так залезть. Я уже почти реально привык к этим всем полазухам. А поначалу было как-то неуютно и неудобно. И лезем наверх. Не очень хороший работник теперь, да? Совсем не хороший. Уф, как высоко. Теперь что? Теперь что? Что мы делаем? Ну, я, в принципе, поглядел. До корабля вот этого я вряд ли допрыгну. Но вот до сюда могу. Мы выполняем поручение хрупкого человека. Грязиет, вот кто мы. Его грязиет. Смегл пытается, но он не может дышать пеплом и пить из гадких огненных озер. Не, ну допустим, я по ней ползу, и что дальше-то? А, понял. А смогу я так в бок прыгануть? Не, не могу. Ну, залез я наверх. А вопрос, для чего? Непонятно. А, понятно, подождите. Надо в бок. В бок прыгануть. Вот так. А, вот что. Пошел. Так, есть. Мы могли сказать орксам получить хорошую награду за голову хрупкого человека. Но орксы хотят, чтобы мы умерли. Так, нормально. Мы же ничего не... Они бьют нас. Пинают, как собаку. Вот тоже какая стена. Show the vermin, precious. Show them who we are. Make them squeak. Ну, забрались на какой-то помостик.
2 яйца взял. Да. Высоковат, конечно, я, но мне кажется, надо бежать в противоположную сторону. Так, есть. Прикол в том, что надо все выше, выше и выше подниматься. Стоп, а это что за вязаная хрень? А, я по ней забрался. Так. Ну я на этом этаже, понятно, я больше никуда. Если только вот на вот эту балку. Не знаю, упаду, не упаду, давайте посмотрим. Отлично. В общем, мы привязали его к стене пятками вверх, головой вниз, а потом я надел ему на башку это нелепое подобие шлема. Но заодно задом наперед. А это его дурацкий шлем? Дурацкая защита для носа. Ага, короче, он висит, нацепил на него шлем, а потом поднес к нему факел, держал, пока железо не раскалилось до красна. Но мимо них как-то сказал? Надо шмыгануть. Да только визжал. Убери! Но правда длилась недолго. Жаль. Да, в общем, теперь ты знаешь. Ну, я почти нашел лазейку, сейчас попробую ее использовать. Так, теперь наверх, наверное. Стоит, ждет. А снаружи никак, что ли, пройти? Блин. А почему мне именно сюда-то надо? Ну тут, короче, ничего интересного. Нахрена он мне нужен? Я не понимаю, куда идти дальше. Ну, если это орк, его можно пришить, наверное. Их двое. Да, орк можно удавливать. Они вообще не двигаются. Он меня услыхал, что ли? Он, походу, меня услыхал. Ну-ну-ну, давай. В принципе, удавить можно было. -2. Но мне куда-то надо наверх. А-а-а, тут стены обшиты. Чем-то. Так, назад. Теперь вот сюда.
Так, красный камень готов. Черная метка. Черная метка. Теперь положим внутрь, красный камень. Пусть все они сгорят. Бежим! Так, валим. Ворона все видела. Ворона все знает. Следующим утром. Ваше молчание должно об этом мне сказать. Никто ничего не видел, ничего не слышал? Ничего не делал? Никто, кроме него. Нет, это не мы. Да, ты. Смягол. Теперь убедите голума. Горим прелесть, обвини кого-нибудь орка. Пусть лучше умрет орк. Они узнают, Два взрыва, поэтому... на каждой стороне. В ту сторону не видели. Кто был на другой? Орк крадет наш хлеб. Он смеется над нами, отзывает нас. Пусть смеется, пусть лает. Не рискуй нашей шеей за глупых слов. Ты назвал имя? Говори громче. Хрупкий человек для нас бесполезен. Так, что же выбрать-то? Сила, наверное. Он король, настоящий король. Король без короны, на что нам годится? Он победил короля Усмода, орк сам так сказал. Ты напуган, напуганное маленькое существо, кто-то тебя использовал, кто-то тебя обманул. Все, что мне нужно, одно имя, и ты свободен. Мертвый доносчик. Доверие. Или осторожность выбрать. Интересно. Так. Наверное, доверие. Мне же надо переубедить голума. Хрупкий человек всегда нам помогал. Давай будем есть за него грязь. Он будет... Я не слышу тебя, говори уже. Да, надо как-то закругляться уже. Ну давай мертвый доносчик. Помнишь мертвого визгаря? То, что они сделают с нами. Орк, вон он, жесткий орк. Это был его план с начала и до конца. Смиагол выиграл спор. Все время говорил про жару. Она убивает нас. Что? Ах ты, крысеныш, он врет. Он лжет. Замолчи. Открыть клетку, он пойдет наверх. Нет, она же обещала, что Смиагол будет жить. Нет, я обещала, что ты будешь свободен. Нет,
подожди, стой. Вот это в списке. Что? 10, 18, 18, 20. Вот он в списке. Ты уверен? На вид просто мусор. В списке сказано, что нет. В каком списке? В том, в котором сказано трогать нельзя. А в нем визгари и другие, которых Ука хочет для себя. Выходи, возвращайся в свою клетку. Вы его отпускаете? Мы можем идти? Так, шевелись давай. Никогда не слышал о таком списке. Остальные двигаются дальше. Я тебя раздавлю, мелкий ты червяк. Нас пощадили? Почему они пощадили нас, прелесть? Это был не я, он врет, этот червяк лжет, это был не... Так, ну мне еще надо бараки свои найти. Поглядите на него. По-моему, все вокруг надо обойти. Эй, тот уродец вернулся из башни. Что? Он вернулся. Что происходит? Гах! Гах! Молчать, Сингас. Хлеба сегодня не будет ни для кого, пока все предатели и не умрут. Только поглядите. Заканчивайте. Отдай нам, отдай нам. Разве что не против. Под камерой для казни, видишь, там должны быть стоки, где делается... Но кажется, в камеру для казни тебе даже не пустили, или мне может любопытно узнать почему. Мягол, не вдигай. Я все же он здесь и украл у меня мою славную кончину. Послушай меня, если ты придешь кого-то из моих людей, хотя бы один слог имени произнесешь, мы будем врагами, ты и я. Смегол не знал, он не хочет, чтобы у хрупкого человека была славная кончина. Прости, ты был молодцом. А умереть, представиться еще успеешь. Следующим утром. Великое Око видит нас. Великое Око видит нас. Великое Око знает нас. Великое Око все. И знает все. Новая цель. Пойдите на перекличку. Но я думаю, на перекличку мы пойдем уже в следующей серии, ребята. Эта серия у нас подошла к концу. С вами был Алексей24. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, колокольчики. Все ссылки будут в описании под этим видео. Увидимся в следующей серии. Всем пока!